Добрый день, меня зовут Сергей Винер. Вчера я участвовал в съемках программы «Говорит Украина». Для меня это очень радостный день, потому что наконец-то проблемы инвалидов или людей с ограниченными возможностями будут освещаться благодаря средствам массовой информации. Я очень рад, что со мной вместе будут выступать еще ни один, ни два человека. И благодарны за то, что многие люди нам помогают. На память от закарпатцев, города Киева и нашей стране. Из гвоздят высокие, 200 метров, 6 метров. Я сейчас постараюсь.